Welcome back, my friends, to the next iteration of Stalker Escape from Pripyat. What you see in front of me here is the legendary Strelok, and yes, he gave us a task to go into some top secret location in an underground lab, and yeah, that's what we're gonna do. What Strelok says, we are going to do, so no doubt about it. And yeah, as always, if you like the content, if you like my videos, please subscribe, please hit that like button or write something in the comments. I'm always happy. Now let's go. Before that, let's take a quick look on the map. So we are here in that base here. What's it called? I don't know. And we need to go to that lab X8 here. I think I've been there before, because some sessions ago I did extensive exploration here in the outskirts. As you can see, that almost all areas are already explored here, but well, that doesn't hurt, it makes it a bit easier now. So now let's go. Let's go sell some stuff first. Okay, I can't enter here. Why? Doesn't work. Oh, yeah. Ну, что расскажешь? Guess it's because some idiot is standing here. Кстати, вот было. Maybe sleeping helps a bit. Why am I exhausted suddenly? Как охота. Квас вот сейчас холодный.
чтобы ты мог. Я ранен! Мама! Мама! От нас не спрячешься! Great. Well, it's Stalker after all. Вот такое, знаешь кто? В общем, Сталкер пришел к доктору и говорит: доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров. Привет, брат! Слушаю тебя! Это вас, уважаемый контролер, предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете в глубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. Вот дерьмо-то, а. Ну, ты тупо хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Новичков нынче, что собак нерезанных. И все они лучше стариков знают. Привет, брат! Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит: насчет радиации я тебе чего скажу. Гонят, как не знаю кто. Я тут уже лет 5 старых безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Была фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Ничего, нормалек. Прорвем. Хорошо. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Слышали? Группа Вильнова вернулась. Нифига себе! Луговой умер от кровоизлияния в мозг. Остальные в реанимации. Давно, в общем. А дальше-то что? Степанок под капельницей. Успели вывезти. Федин тот контужен. Если, кстати, не он, похоронили бы всех. А ведь даже выброса не было. Тянули контейнер с артефактами. Сейчас у Тихоныча. Его группа физиков проверяет его на приборах. Предварительно говорят, что это обломок аномалий, чего-то типа инкапсулированный в какое-то торсионное поле. Плотнее урана где-то в два раза, говорят. Плюс какая-то пульсация артефакта на уровне псифона. Свойства, естественно, непонятны. Тихоныч молчит, как партизан. Пульсация, мать ее. Да. Как Горе бы я такое. Солдат этих конченых. Второй раз весь прибыток за месяц отобрали, скоты. Ну что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Ах, вот если б всегда такая пруха была.
Это если прикинуть. Так, ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен. А вот такое вам как? Такая пруха была. Это если прикинуть. Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Завязываю с зоной нахрен.
Oops, there's an artifact here.
How do I get to the other side? Yay!
another one, right? Research conducted here focused on many different areas, including psi fields and the new sphere, and the so-called Item 62, a prototype weapon that uses fragments of artifacts to provide astonishing power. It is also very likely that the initial studies leading to the Brain Scorcher were conducted here. Only a handful of documents remain and are highly sought after by the local mercenaries. Okay, we have to look after documents here. But that old really doesn't sound good. Now.
What the fuck?